Ты никогда не говорила, как стала джедаем. В юном возрасте меня нашел искатель, после чего меня забрали в храм на обучение. Ах, да, искатели. Могу тебе сказать, что они просто уникумы. Ты понятия не имеешь, кто такие искатели, да? Ни малейшего. Они что-то ищут? Да. Они джедаи, которых отправляют на поиски чувствительных к силе. Как в том Голокроне. Раньше и я была искателем. Ничего себе, ты понимаешь, что это значит? Я нашла Кэлла случайно, если ты об этом. Нет, это значит, что я тоже искатель. Ха, пожалуй. Да, искатель Грис. Так, мы на месте. Полезай в кресло. Там буря разбушевалась. Слушайте, не лучшее время для посадки. Да, что-то не так. Ветра создают помехи для комов. Эй, Кордова говорил что-то о штиле в эпицентре бури. Я вижу поселение прямо в ее центре. Нужно добраться туда. Вас понял. Парень, порывы ветра нам не страшны, если он не усилится. Скажи железяке, чтобы держал свое мнение при себе. Я уверена, что все под контролем. Конечно, под контролем, но все не так просто. Так, держись, держись, держись! Безупречно! Гризи может, детка. А, но комы по-прежнему ловят очень много помех. Пара минут, и я все настрою как надо. Займусь поисками следов Кордовы. Ладно. Выйду на связь, как все настрою. Кэл, подойди. Ты хорошо проявил себя на Богана. Чем больше узнаем о Кордове и Зефа, тем выше наши шансы остановить Империю. Я слышал о древних культурах, но мало что о них знаю. Я знаю лишь то, что Кордова был одержим Зефа. Считал, что их учения очень важны. Меня тоже занимали тайны нашей галактики. Принимайся за дело. Здесь можно многое узнать. Удачи. Ну, началось. Что там, беди один? Спасибо. Вернись сюда. Что там было? Осторожно, беги. Вид у них недобрый. Давай глянем. Что это? Кэл, ты меня слышишь? Имперцы. Они нашли Зефа.
Если бы они следовали за Богомолом, нас бы уже схватили. А вдруг они ищут гробницы? Надеюсь, нет. Я настроила частоты связи. Попробую выйти на канал имперцев. Закрыто намертво. Этой ветошью мать укутывала ребенка, чтобы согреть. Они от чего-то убегали. Можно и больше? Спасибо, беги. Ладно. Что нашлось?
Что это там? Бери ее и уходите. Я отвлеку их. Все ложь. Империи просто нужна была эта земля. Не стоило приходить сюда. Необходимо найти уязвимое место. Я стреляю. Он убил нашего последнего штурмовика дальнего боя. Назад. Я с этим разберусь. Атакуем его, быстро! Враг будет убит. Да я с ним один справлюсь. Нашел что-нибудь? Куда вы нас ведете? Империя вынудила жителей покинуть дома. Испуганных беженцев отправили в трудовые лагеря. Или даже хуже. Ну, началось. Что нашлось? Будешь иметь дело со мной, джедай. Ну, началось.
Так что там было?